Девочки, вот сейчас увидела детский садик. Вот посмотрите, я когда первый раз в Америку приехала и первый раз увидела, ну сейчас, конечно, уже солнышко нет, уже так цветочков нет, поэтому не так ярко, но я когда первый раз приехала сюда летом и увидела вот такую картинку. Здесь вот деток побольше, сколько их тут? Раз, два, три, семеро. А там было, ну, тоже примерно так же, и они там были совсем еще малепусечки, годика два. И вот они, смотрите, держатся за веревочку. От веревочки идет колесико. Они за это колесико держатся, и впереди нянечка там или воспитательница, и сзади. И вот обычно вот такие вот группы в детском садике, вот такие маленькие. Но это уже какая-то такая повзрослее группа. А, как правило, они совсем колопышня. Вот когда их летом за ними наблюдаешь, ну, это такое чудо, они такие разноцветные. Такие потешные. И вот когда мимо них проходишь, они обязательно «Хай, машут тебе детишки!» Они такие вот воспитанные, такие улыбчивые, классные. Но это вот сейчас буквально, пока с вами разговариваю, выглянула в окошко, увидела их и захотелось вам показать.